есть. Плафон «Лога нового». Эфир у вас. Да, конечно. Расскажешь. Я. Плафон «Лога нового». Я не шучу, Ты говорить. У нас нормально так. Думаю, яка буде реакція в Шабанова, коли йому кажуть ефір, а він стоїть і каже, ні, не може бути. Насправді, цей ефір підйом на новому каналі. Іра Волкова зараз впоралася з суперзадачею, поговорила з дітьми, віддала коробку сюрпризу. У нас інша суперзадача, яка, ви дізнаєтеся трошки пізніше, а в програмі сьогодні про таке. Друзья, у нас сегодня масса сюрпризов. Как всегда, мы находимся здесь, в центре Киева, по адресу Тургеневская, 25. У нас И про таке в программе. Да, у нас в программе сегодня будет очень много надзвичайного. От двое надзвичайных уже не можем. У нас двое надзвичайных стоят ось так, вот, если мы покажем. Супер, супер, как всегда, доброго ранку. Доброго ранку. И вам. Александр. Приветствую. Александр. Александр. Роман. Андрей. Очень приятно. Два Олександри Світлякови. Бачите, надзвичайні люди, тому що у них зріст, який більше за зріст пересічного українця, зокрема мене та Андрія Шабанова, можливо, разом узяти. Що це таке взагалі? Як це називається? Можна я подивлюсь? А, обережно. Двері зачиняються, наступна станція мені ходулі. А мені кажуть, що це називається ходулі, але я можу ошибитися. Такого в нас ще не було. Ребята, ходулисты, это вот профессия называется ходулист, и они ходулисты Киевского уличного театра, я правильно понимаю? Киевский уличный театр, Highlights. А, Highlights. Так, хорошо. Дай микрофон. Причем, как я понимаю, вас же не слышно не было. Еще раз, как называется? Киевский уличный театр, Highlights. Это, видимо, вот во вчерашнем... Слушайте, у нас вчера маленькая история была. Мы рассказывали о том, как девушке парень не перезвонил на второе свидание. Она сказала, что он был ниже ее. Вот, с вами, как я понимаю, такого не происходит. Да, такого не происходит. То есть сложно найти в этой стране человека, который был бы вот выше, чем ребята. Может быть, вы покажете, как это работает? Вот, мы вам там, я не знаю, может быть, станцуете что-то. Мы вам, если надо, там какой-нибудь... Ходулисты? Да, можно так и называется, потому что мы вчера очень долго думали, типа, как называются люди, которые встают на ходули. Да. Уже ходулятори у нас был вариант, ходулисты. Вы можете надсилати свои варианты, глядачи подъему, на Skype подъем.новий, або на мобильный 050-418-5433. Да, совершенно 54-33. Верно. Стивен все время пытается меня ударить. Вот у него какие-то очень... Неправда. Неправда. Агрессивные вот какие-то настроения в отношении меня. И нарешті зараз виконується супер номер. Вообще, земляки, можно сказать, из Одессы приехали, друзья. Да. Вот. Там, какое, что будем... Судя по вашему дресс-коду, вы будете... Яблочко, да? Да. Там. Так, поехали. Пам-п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 ам
Александр Светляков-старший. Наши сегодняшние юнги с танцем на ходулях, между прочим, ходулисты. Да. А какое... вы используете вот чаще артисты на ходулях просто, да, или? Лучше артисты на ходулях. Итак, артисты на ходулях в прямом эфире в программе «Подъем» здесь, на Тургеневской, 25. Если, возможно, вы проезжали мимо нас и видели, это был прямой эфир. Вот это было ярким тому доказательством. А мы возвращаемся в студию, где... Роман Скрипин уже кое-что для нас подготовил, вот, что, честно говоря, не знаю. Это, по идее, там сюрпризом является даже для меня. Не забывайте о том, что мы сегодня общаемся с вами, ждем ваших смс-ок, как всегда, на телефонный номер 050-418-54-33. Тема сегодняшнего интерактивного смс-опроса и скайп-опроса. Причем, если вы хотите писать Скрипину в скайп, то тогда используйте подъем.новый. Подъем.новый, ну и там уже дальше.
тема интерактива, какие-то курьезные вот и самые безрассудные поступки, которые вам доводилось совершать. Пишите прямо сейчас пишите. Ребята, спасибо вам огромное, всего доброго, хороших вам свиданий сегодня с девчонками, которые не могут быть выше вас. Вот, ну а мы отправились в студию.